Приветствую, спасибо за просмотр этого видео. Так, если мы хотим изменить тон фотографии, нажимаем на ручку. Конечно, не богат этот тон, но все же Samsung сделал все возможное, чтобы вам понравилось. Ну, я не знаю, решайте сами. Нажимаем на три точку. Если у вас нету стиль, вы должны зайти на О приложение и обновить галерею Samsung. Так, стиль. Тут есть такая стиль. Цвет карандаш. Акварель есть. Так, синий-черный. Пастель. То есть, как будто рисунок, да. Кубизм. Кубизм? Можем регулировать. Мне всегда, когда я вижу такие картины, вот такие стиль фотографии, всегда вспоминаются школьные времена. Знаете же? Это наш ностальгический стиль фотографии. Так, нажимаем готовую. Например, мне понравилось это. Так, нажимаем готово. И нажимаем обратно на три точку. Нажимаем сохранить как копию. Ну, лучше оригинал не портит, а вдруг вам понадобится оригинал. То есть это наш оригинал фотографии. А это то, что мы изменили стиль фотографии. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, я буду очень рад.